Девочки и мальчики, перед вами ДС Эйва. Вот такая вот пушистая распушистость. У нее имеются такие вот пушистенькие штучки. Не помню, как они называются. Как-то они называются. Как-то. Вот улитка двойная. Как видите, такая не очень сильно завернутая пока что. Это молодой куст. Вот такая вот красавица ДС Эйва. Очень интересный, необычный сорт. Именно вот свою вот эту вот пятнистостью и цветом. Цвет у него прям коричневый, раскоричневый. Такой вот глубокий, бархатный, коричнево-бордовый цвет. Вот такая вот красавица. Вот такая изнанка практически красная. Очень нравится. Люблю такие вот необычные бегонии. Вот такая вот красавица ДС Эйва. Немножко я чуть-чуть не закашлялась, но бывает такое. Немножко-немножко у меня остаточное явление. Вот такая вот ДС Эйва. Так что я вам в кадре буду немножко подхрипывать иногда. Вот, привыкайте. Ну, вот такая вот красавица ДС Эйва. Люблю этот сорт, не знаю вот почему, как бы вот на картинке он такой себе, но вот в жизни вот есть в нем какой-то шарм, какая-то вот красота, которая притягивает и заставляет им любоваться.